23 февраля в нашей стране повсеместно отмечают День защитника Отечества. Праздник тех, кто защищал, защищает или только собирается отстаивать честь своей Родины. А как этот день встречают в Институте архитектуры и строительства, вы узнаете из нашего выпуска. В честь праздника был организован грандиозный концерт. Лирические номера сменяли задорные народные танцы. Выступали не только студенты горхоза, но и волгоградский казачий ансамбль «Казачья воля». Гости концерта поразили зрителей, им подпевали и постоянно аплодировали. Все зрители получили массу положительных эмоций и с радостью выходят на долгожданные праздничные выходные. А мы, команда Горхоз ТВ, присоединяемся ко всем поздравлениям и желаем счастья и здоровья всем тем, кто ежедневно защищает нашу Родину. С вами была Анна Набок и Попова Анастасия.